Es gab ein Gericht für alle sieben Tage in der Woche, trotzdem haben wir uns siebenmal gefreut. Dann vergingen ein paar Jahre und vom Tisch, den ich bezahle, glaub mir, Bruder, haben wir damals noch geträumt. Aus dem Zimmer wurde der Hinterhof, aus Bamberg Zigaretten, aus Controller von Nintendo wurden Joints. Russian Guy, für die Deutsche war ich fremd in diesem Land und währenddessen für die Russen viel zu deutsch. Ich war eins von drei Kindern, ohne Heizung im Zimmer, nicht so schlimm, wie es klingt, ich war noch klein. 2003, Fernseher flimmert, schwarz und weiß und erinnert an ne Zeit, die für immer in mir bleibt. Пусть бегут, не упьют, пусть уходят по лужам, а вода по асфальту рекой. И не я, все похожим в этот день, не покажу, почему я веселый такой. Im Schaufenster sah er Spielsachen, die er nie hatte. Opa holt seine letzten Szene aus der Brieftasche. Ich sah Sonnenblumenkerne und ein paar leere Bierflaschen. Kein Champagner nach, wie weil wir nie so viel hatten. Du hast keine Ahnung, wie schmeckt. 8 марта приехали на НР половить бель, если она есть. Ну, есть, только если она клюет. Народ немного. Вот все сидят в кустах. Сели на выходе реки Сара. Дядька булит. 10 дырок сразу. Пошел в камеру, сейчас будет смотреть, наверное. Прикормка карп карась. Другой не было, забыли. Сейчас попробуем ее посымем. Может, у нее карп подплывет. Закормочный. Мотыля взяли, савдебовскую, древнюю СССРовскую мормышку, вот такую. Сейчас попробуем на 3 мотыля. Есть еще опарыш, есть что на нее еще попробуем.
отвечает, что-то так не клюет. Черную ты не видно удочку-то на. Там в ядре этого может нужна. Мелкая набор. Нам надо. Каких лошадей?
Сашка. Я попробовал 5 лучше, крупней на 5. Попробуй побольше, Саша. Попробуй штук 5. Короче, ловили плотву крупную, отдали ее деду, он ее на живье поставит, он нам дал подлещиков. Вот, короче, использовал я сегодня крючки Silver Roach от флагмана, вот сейчас покажу пачку, и пробовал Овнер 90, не помню, Пеннихук, короче, называется, 16 номер. Очень маленький, но нормально секут. Руби на 15-20 хватает крючка. Мотыль в основном на опарыша плохо клевала. Ну, вообще почти не клевала. На мормышку тоже плохо клевала. Вот в основном на стоячку и пучок мотыля. Штучек 4-5 где-то так примерно. Надо сейчас попробовать, кстати, еще на одного мотыля попробовать половить. Чисто один мотыль. Попробую, что будет. Ну, уже время после обеда, 2 часа. Клев кончился. Сейчас будем собираться домой. Вот они, два ловчих крючка. Вообще классно работают. Вот. Этот покрупнее сейчас поставил на пучок мотыля. Здесь 1-2 мотыля использовал. Ну, в принципе, секут хорошо оба. Клев закончился, в принципе. А прикормку, короче, какую-то добавляли, типа самодельную, в плане там, ну, что-то из флагмана было в ней, по-моему, карась, макуха, и еще мука просто крупного помола. Вот так вот, бутылочки сухая, крупный помол, мука. Ржаная, по-моему, не помню. Тоже очень нормально не берет, ну, то есть подкармливается. Там вот еще базар сидит. И здесь базар сидит. Ну, так тоже мелочь полавливают. Живье. Метель пошла, погода поменялась, все, надо собираться валить. Коньков выпустили, бель оставили на пожаре немножко, вот здесь вот, а живье отдали мужику, на щуку пойдет ставиться. Все, короче, мы домой.